Людмила Сергеевна Дунайцева проживает в доме по улице Бориса Михайлова еще со времен застройки микрорайона. Помнит, как он создавался и развивался, болеет душой за каждый уголок. Рассказывает, когда несколько недель назад озеленители высаживали деревья вдоль дороги, местные жители благодарили и радовались. Сейчас с болью в сердце смотрит, как рядом с саженцами паркуются грузовые автомобили и разворачиваются торговые точки ярмарки выходного дня. Вот эта штука приезжает каждый день. Ее ставят, вот здесь было дерево, уже дерева нет. Она дальше ставит, ее никто не спрашивает. Знаете, такие маленькие детки, и они безжалостно уничтожаются. Местные жители не против ярмарки, но призывают предпринимателей отнестись бережно к молодым деревьям, внимательно следить за их сохранностью при парковке и установке торговых палаток. Мы очень рады, допустим, что у нас есть ярмарка, но все это не сделано так, как оно должно быть, не организовано. Вот. Посадили деревья люди, решили, чтобы озеленить район наш. Это уже поломали очень много деревьев, повытаскивали деревья. До конца камышовые деревья не досадили они до радиоцентра, до самого нашего бывшего Юговского. Вот. И, конечно, нужно место найти для ярмарки. Решить вопрос сохранности саженцев помогли сотрудники отдела организации ярмарок государственного унитарного предприятия Севастополя, управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов Севастополя. Ее сотрудники организовали работу по ограждению молодых деревьев. Начальник организации Борис Викторович Арестов утверждает, в настоящее время все деревья находятся в целости и сохранности. Ни одно дерево на данный день не пострадало на данную минуту, более того. Сотрудники моего отдела проведена работа по благоустройству, то есть все деревья огорожены колышками, оттянуты лесом. И, соответственно, ни одного растения в ходе проведения ярмарки для саженец не пострадало. Также Борис Викторович Арестов добавляет, организация будет следить за сохранностью саженцев и в будущем. Если в процессе работы ярмарки случайно пострадает дерево, то сотрудники управляющей компании оптово-розничных комплексов Севастополя высадят новое. Сергей Краснослободцев, Делавир Меджитов, информационный канал Севастополя.